Всем привет! На канале Принцесса Злата. И сегодня у нас появились новенькие. Мышка и кошечка. Новый твинк у нас, ребят, пополнение в нашей семье глазастиков. Смотрите, какие классные. Мышонок и котенок. Ой, кошка будет ловить мышку, что ли? Принцесса Злата, она же ее съест. Стоп. Стоп, ты их поймала за хвосты? Это всегда остывает, если еще по воздушку. Остывают, чтобы не гнались. Это, наверное, как Том и Джерри, да, принцесса Злата? Мышка дразнит кошку, а кошка ее догоняет. Ну что, ребят, помните вы наших туинков? Смотрите, какие они классные, глазастые. Ребята, что? А кот совсем глупый. Вы же смотрели такую серию, когда он головой об стену треснулся. Ой, мне кажется, он там постоянно обо что-то бьется. И в мусорку упал. Это точно. Ну что, покажи нам наших малышей. Ребята, мне кажется, очень интересно. Вот такой красивый мышонок фиолетовый. Какие у него уши огромные. Ребят, блестящие прямо. Прямо розовые. Если смотрите. О, смотрите, на кого он похож. Ребят, напишите нам в комментариях. Как хомячок такой маленький, да? Смотрите, если вот так сделать, это заяц. Это заяц? Заяц, заяц. А я вовсе и не заяц, и не заяц. А как его зовут, принцесса Злата? Покажи нам. Ты помнишь, как его зовут? Давайте посмотрим. Ребят, вы, кстати, помните, где написаны названия? Знаете? Смотрите, где название. Это у нас малыш Колби. Мышка Колби, как колбочка. Малышка. Малышка, а это девочка? Да. Смотрите на ее хвост. Смотрите, какой длиннючий хвост у мыши. Можно запросто подумать, что это шнурок, ребят. Розовый нос. А лапки что, такие же цветом, как ушки? Да. О, какие ушки хорошие. Какие лапки хорошие. Колби, тебе у нас нравится? Смотри, сколько у тебя друзей и подружек. Что? Да. У нас, кстати, ребят уже есть 3 семейки. Кстати, мышонка у нашего мамочки пока не будет, и папочки не будет, потому что она пока у нас одна. У нас большой мышки нету, да? Смотрите. А как их зовут, ты помнишь? Фантазии, угу. Гармонии, Ованы. Ован, да, а остальных у нас пока нет. У нас есть малыш-обезьянка, но мамы Коконат. У него пока нет. Кокос, да? Да. Ну что, покажем кошку. Смотри, сидит. У нее усики с носиком розовым блестящим, а лапки такие же, как ушки внутри. Смотрите, ребят, какой блестящий нос, вы видите? Смотрите на его бантик. И бантик, а ушки розовые цветом, смотрите, как у мышки. Только у мышки снаружи пушистые. Давайте. Серые, а у кошки рыжие. Кошка прям рыжий-рыжий кот. Смотрите. И хвост в полосочку, да? Да. Кот-паропод. Кот-паропод? Кот-паропод сидит на лапке, упал в море, хлебнулся. А как зовут нашу кошку, покажешь? Табиза. Табиза кошка. Представляете, какое оригинальное имя, ребят. Прям очень подходит кошке. Мяу. А у кошки есть мамочка или папочка? Вы же видите, нету. Тоже нету, да. У нас 3 малыша без родителей. Семейка не собрана, да, еще? Семейка, ребятушки, привет. Ой, какой ты медленный, привет. А где тигренок? А, тигренок, вот он, наш тигренок, вот смотрите. Он что, не хочет сниматься? Не знаю, убежал туда подальше. Ребята, а вы знаете, какая моя любимая игрушка? Какая? Угадайте. Ребят, напишите нам в комментариях, какая из игрушек принцессы Златы самая любимая в этих глазастиках наших. Мне вот, например, нравятся малыши, они такие крошечные, такие классные. Кстати, ребят, в каждом малыше вот здесь вот на попочке у них такие шарики, слышите, как они? Даже у взрослых есть, да? Да. Даже у взрослых есть, ребят. Мне нравятся вот эти. Вот эти блестящие. У меня их только 2. Но они самые классные, да? Мне кажется, что у них будут дети тоже такие же, как они. В пайеточках, да? Всем пока! Вы были на канале Принцесса Злата. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, жми на колокольчик и пока!
Пока! Пока-пока, ребят! Мы ждем вас, ребятки! На нашем канале! Пока! Привет! Привет! Давай играться! Давай! Только все кошки-мышки. Нет, я тебе не кошка. А я мышь. А давай ты будешь мышей, а я... А я же сова, ем мышь. Я тебя поймал! Нет, я! На сердце блестящий и большой ты мне не поднимешь. Ребят, слон на самом деле очень огромный против совы. И сова его на самом-то деле вряд ли поднимет, да? Вот смотрите, какой я. О, какой огромный у нас слоненок, ребят. Эй, а меня поднимешь? За поста, запрыгивай. Ай, я сам улетел. Смотрите, слоненок катает нашу сову. А, чего фото залазу? Я что-то воду люблю. А сова любит воду, принцесса Злата? Совы могут купаться в воде, как думаешь? Ребят, напишите нам в комментариях, кто знает. Может, у кого-то есть домашний питомец, совенок? У меня нету. У нас нету, да. Ребята, а вы смотрели видео наши? Новогодние, про наши глазастика. Принцесса Злата знакомит вас всех с нашими глазастулями. Напишите нам в комментариях, кто так же, как и мы, любит таких глазастиков. Да, напишите.